Картошечка, картошечка. Во имя сатаны! А, ну понятно, ты же играешь, смотри, за сатаниста. Попробуй. Ну попробуй спрыгнуть, да, интересно. Да, пошли. Ну-ка, давай. Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Dead by Daylight, с вами канал AlexPlay. Сегодня у нас будет наикрутейшая игра. Да, ребятки, играем мы в кооперативе с лучшими ребятами. Меня спросите, кто это такие? А я вам отвечу, это очаровательная Pepper Play, наимилейшая Shaur Meow Play и брутальный Just Jack. Да, ребятки, ссылочки будут на них под видео, под описанием. И в конце видеоролика будет очень крутой баг, он очень классный. Блин, боже мой, как же мы с ним угорали над этим багом. В общем, надеюсь на ваши лайки и комментарии. Приятного вам просмотра. Фига себе. Начинаем, третья игра. Ой, Джек, давай сразу чинить. О, точно, давай. Хорошо. Вдвоем-то. Если вдруг оказался дед возле геника, то это плохо. Это предвещает беду. Почему? Беляс. Хорошо. Беляс. А кто у нас? Ты не смотрела, мы не знаем. С пилой, который. Это этот, что ли? Шальная императрица с бензопилой? Почему императрица? Я не знаю, почему. А, мы же еще играли против деревенщины, точно. А, да, деревенщина была у нас, точно. Которая попала под трактор. Почему белясик? Потому что хили били. Здрасте. Вам нужен... Господи, ты боже. Ой, дед. Пастушок одет, ну. Тут запашок пошел, по-моему. О, а что так быстро? Вы вдвоем, втроем чинили? Мы втроем. Втроем? Нифига себе. А что, ребят? Тут белобрысый пришел. Здрасте. В гости. Так. Здрасте, приехали. Hello. It's me. Он попал. Сейчас он там будет бедную Shaur разрубать. Я тебя не звала сюда. Так, ладно, я тогда по... Шел в баню. Завожу. Что, он за тобой бегает там, что ли? В баню. Баня. Я тебя не звала, уйди. Уходи. О, вижу, бежит. Где-то тут бегает, да? Дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Рон-дон-дон. Давай. Командная работа, все дела. Может быть, у нас уже получится убежать. Хоть разок. Кто-нибудь еще чинит генераторы? Мы вдвоем с Джеком. Я тоже, то есть еще минус 2. Ну, плюс 2, да. Плюс 2. Останется 2. Я потерялась. Он рядом. Уди нафиг, уди нафиг, уди нафиг, уди нафиг, уди нафиг, уди нафиг. Уди нафиг. Ха-ха-ха. Я иногда тактику такую применяю. Нет, не надо, я пошутила, хорош. Он положил, да? А у меня иногда тактика, я не до конца чиню. Сразу пару генераторов, потом один, второй чтобы быстренько завяжут. Да, да, да. И, кстати, рабочая тактика. А когда так, конечно, один генератор остается, он начинает все прям контролировать. Я, наверное, так и поступлю, я не буду до конца заводить его. Так, он пошел к вам куда? Осторожно, перец. Ой, какой жесткий маньячило. Что-то он немножко порастерялся. Он, по-моему, вообще не. Так, вот я один до конца... Ой, нет, все... Ах ты ж, блин! Вали нахрен! Он за мной! Так, теперь... Он промазал! Теперь где ты? С тобой связь. Да чтоб тебе! Давай мы сразу... Полечитесь, он далеко все равно. Промазал. Верчик, иди сюда, иди к нам. Иди к нам лечиться. Хили-били, вали отсюда! Пошел. Я не могу просто, мне иногда так смешно, как... Иди доски били, тебе бензопилу, по-твоему, для чего дали? Слушайте, я даже помансила чутка. Ну так это ж вообще замечательно. Он, кажется, уходит. Так. Да, он ушел. Хорошо. Там генератор, я там вообще на мизинчик осталось починить. Да, поняли. Где-то он там бегает. Да, он где-то там врезается, что-то там происходит. Он развлекается, в общем. А, он бежит на меня. Мяу, прикинь, если это тот самый у нас такой добрый деревень. Он отстал прямо от меня. Это не тот самый, я прям отвечаю. Да, чтоб тебе. Да я шучу, я ж просто так надеюсь, просто на лучшее. Надежда умирает последней, да? Ну, конечно. Это точно, да. Так, вот они вот где. Да, он там задет. Я без связи, так что я могу привести. Завел, бежит. Осторожно. Кто там дедушка играет? Ай-яй. Шаур. Где тут генератор эти все? Господи, что же. Блин, он надломил тот генератор мой. Здесь нет.
Да он вообще скотина. Ну в этом, кстати, минус, да, что маньякам позволили ломать генераторы с недавних пор. Да, в смысле? Я завела геник, который... В смысле? Да нет, а наоборот, это чтобы баланс был. А то он и так бедный, они. Не, я вообще как бы, я всегда, я только за выживших играю, поэтому я всегда говорю, что... Хватит бафать маньяков! Я наоборот, я чаще маньяком, да, играю. Поэтому хватит. Вон они гоняются, играть. Они с Джиком сейчас гоняются. Пойдемте, пока у нас это... Да, я тут... Ну, пока, в принципе, нормально у нас. Осталось два. Так, по-моему, сейчас я буду распилен. Мы с Мяу один чиним. Короче, знаешь, как договоримся? До конца не чини, если можно. Я сейчас тоже потяну одновременно. Я еще бы запомнить, где он остался. Последний. Вот, Он убежал от меня. Он ко мне идет. Не, ну этого мы сейчас... Мы сейчас дочиним его. Второй. Дочинивай. Он за мной идет. Да. Один останется нам. Кто-нибудь начинал чинить? Заводит. Да, я тут больше чем наполовину завел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Он как рядом со мной. Наблюдать так сие прекрасную картину. Он меня будет бить. Он... Все, ну хана мне. Заводит. Да не-не-не, он... Не мне. Он переехал на катке нашу мяу, поэтому... Блин. За тобой он точно не пойдет. Так, плохо. Так, Алекс, ты там уже... О, понятно, у него мементо. Да, мементо. Прощай. Да. Вы только что увидели, как мои кишки разлетелись по экрану. Я вижу, стоит. Вот тварь. Так, я прям идет на него воротам выскочила. Одним. Я хотела... Каким? Бог, короче, каким воротам идет? Он подошел к каким-то воротам, в общем. Слева, которые были слева. А, вот, да-да-да, вот можешь открывать, я наблюдаю. Теперь он бежит к другим воротам. Другим, осторожно, уходи. Алекс, у тебя слишком большая попа, ее видно на полкарты, мне кажется. Не, он не видит. Я открываю ворота. Ему маленький нравится. Он сейчас на те ворота бежит, которые ты открываешь, если что. Я открываю вторые ворота. Вторые? Да-да-да, открываю, он пока на первый. Левчик, давай, я в тебя верю. Так, я вижу, я контролирую все. Я на холме. Так, бежит, но далеко, ты успеешь открыть. Все, валим. К воротам бежим. Да, туда. Где? Все, уходим, нормально. Правильно, направо. Вот сюда. Да. Он да, не да, убьет да. нас. Не сможет. Иди бегом. Я его слеполол, быстрее! Все нормально, все нормально. Я его слеполол. Нормально. Наконец-таки мы это сделали. Потому что лайки, мы банда! Нормально. Идет. Подожди, а что происходит с генератором? Почему он так пу-пу-пу-пу туда сейчас, туда-сюда такое резко? Или это у меня глюкануло? Не успел нажать. Успеем, я думаю. Блин. О, вот она и пришла про твою душу. Кто поломал, тот и получил. Мы сейчас починим, она отвлекется. Поломала, получай. В смысле, а что он взорвался? Да все. Мы успели. Так, где она с тобой? Уходите подальше от меня, пожалуйста, чтобы она вас не видела. Она нас не видела. Ну все понятно, я пошел, да. Че? Че такое? Все, закончилось. Я попытался, но не закончилось. Получилось. Все хорошо. Она за мной. Почему? Че закончилось? Что такое? Я сломала тотем, который дал нам всем уязвимость. Офигеть, так, спасайте мяу. А уже все, уже нет, уже прошло. Прошло? Да. Не, она дольше идет. Она секунд 40, у да, идет? У тебя череп 30, должен быть секунд. Сбоку нарисован. А, да? Значит, у нее не прокачано. Так, по-моему... Все, она тебя... она телепортировалась, она ищет нас. Джек, иди сюда, я тебя лечить буду. Подожди, а почему у меня сам себе доктор не работает? Ёперный, она меня ищет. А почему не работает сам себе доктор? Чё за хрень? А, у тебя травма, по-моему, что-то... У тебя травмы нет? Может, тебе травма? Есть, да, травма, там да, перелом значит, ноги. Тебе надо переждать. Понял. А почему меня перчик лечит, а мне ничего не лечится? У меня идет эта полоса. Да, значит, у меня лаги, скорее всего. Окей. Так. Ладно, я пока чиню генератор. Давай. Я пойду чинить генератор, надо, чтобы кто-то чинил. Мы чиним. Кого она вешает? Мяу вешает. Блин. Сейчас. Я дед, я старый дед. Старость не радость. А ты второй раз висишь? Да. Сопротивляйся. Ты кто-нибудь ее спасать? Я иду. Ага. Ну я просто так. Она сюда! Беги, пирожочек! Беги, перец, беги! Ух ты, тварь! Пеппер, беги подальше, просто убегай. Потом спасем тебя. Она бежит к нам, ну.
Сейчас шаур надо. Спасибо, вот, отлично. Я почти завел. Прикиньте, в чем прикол? У меня не показывается. А она телепортируется к чему вообще? Это не показывается полоски. Да. Ну, в смысле, прогресс на полоске. Ой! Когда она так стоит, она как бы в другом мире, каком-то измерении своем. А вот что показывает? Ты ее не видишь. Она ходит сквозь призму души или стекла, как она вообще призматичная очень. Страшная баба. Не сопротивляйся. Просто не висит. Да. Я не сопротивляюсь. Она польет и сломала. Поддайся, я тебя почувствовал. Так, все, я починил. Хорошо. Она сейчас сюда, наверное, пойдет. Она возле меня где-то ходит. Вот я в этом доме, спасать. Где я починил. Там, она возле меня, прям возле подвал. Меня, осторожно. Я вижу. Ребята, она меня караулит. Осторожно, вот. Побежала к вам, побежала. Блин. Она за мной. Все, она за мной. Бегу спасать. А тут нет палеток. Все, побежал спасать. Она плачет. Ёзики. Она обратно. Я почти добежал. Я успею. Обратно пошла? Нормально. Она а, блин, у меня же часик, у меня часиков нету. Убейте меня. Убегай. Что да ты? Ёб твою мать. Я даже сейчас не успела не даже убежать. Она за мной побежала. Ты-ты-ты-ты-ты. Бежим спасать. Промазал. Давай, беги. Оу-оу! Ребята! Я спасаю. Иди сюда, моя сладенькая, иди сюда. Ой, спасибо! Сейчас она сюда придет, жена знает, что мы примерно тут где-то. Нормально все будет, давай. Сейчас мы смяу тебя быстренько, сейчас вдвоем тут... У два мужика мне массаж делают, прикольно. Два мужика, прикинь, вообще жестко, быстро сейчас будет. Ой, аж на ноги подняли, почти. Вообще массаж прям лечебный. Ой, все, аж встало у меня. Что? Ну, в смысле, я встала, в смысле. Ну. А, это нормально. Ясно. Настроение встало. Фу, это было жестко. Я помансил от нее. Но она еще идет, Пусть идет. О, а я же жопа такая с часами. Жопа с часами, это хорошо. Ребят, я уже минуту. Все. Отлично. А, ты уже ты минуту. Че? Иди сюда. Сейчас мы тебя засекаем. Осторожно, она идет. А, беги, она беги. Она здесь. Беги. Беги отсюда, беги. Прикрою. Опа. Так. Палетка. А, ну, ладно. Я использую. Нет, не успел. Оглушил и сам попался. Как ты сильно кричишь, больно. Вы там что, спасаетесь, если что? Вы спасаетесь, если что? Я могу пойти пожертвовать нормально. Своей... Не, надо, чтобы кто-то чинил. Мы вдвоем чиним с Мяу сейчас. Я тут рядом. Она вас да, вообще попробуй не видит. Сня... Если что, зовите. Она там? Попробуйте это чинить, да. Я, мне нормально. Мы я чиним, только... чиним. Уже чуть-чуть. Не обязательно меня сразу спасать. Я только начал висеть. Ага. Все, один остался. Отлично. Ага, понял. Беги, всё, я тоже сейчас буду висеть. Можете попробовать снять, она бежит за Джеком. Ах ты, блин! Мяу, вот ты там рядом, нет? Не получилось 360. Хоп, так, я сейчас этот... отбегу, сможешь меня вылечить? А, кстати, а почему? Иди сюда, пойдем сюда, да, пойдем, да. Пойдем сюда. Вот сюда. Иди с перцем, да. Прикиньте, вот сюда, я вот не мог, за вот эти, короче, давай встанем. Угу. Вот сюда, давай. Не мог делать вигл. Ага. Давай. Сейчас спасем. Последний остался, но шанс хороший. Да блин, что вы мне эту реакцию постоянно пускаете? На. Так, это минус крюк. Эш, ты дашь мне автограф? Я твои фильмы смотрела в детстве. Так, пойдем. Всё. Потом там. Надо смотаться. Так, я понял. У тебя часы же были, да? Я знаю, да. Где последний? Где вот этот заведенный? Так. Вы там как? Плохо. Все очень плохо. Кто лежит? Много еще осталось? У меня лежит такая, нормально. Я не могу не восстанавливаться, ничего вообще. Все нормально. Восстановите его, я встану. А ты сам встал? Да, я сам встал. Вы там что, встаете? А я, прикиньте, я вообще ничего не могу. Я не могу восстанавливаться даже. Это все из-за травмы, что ли, или что? Да нет, восстанавливаться можно, по-моему. Мне кажется, это багануло у тебя что-то. Мне кажется, это очень сильно у меня багануло. Как у вас там дела? Я в порядке. Но я сейчас я потихоньку иду сейчас. Она рядом, нет? Не видишь? Нет, ее рядом нет.
Где-то она ищет, побежал. Наверное, кого-то. Меня, наверное. Охренеть, как попрыгнула. Кто-нибудь чинит, нет? Я ищу. Нет? Я ищу, где есть. Какая прикольная рука. Здесь заведенный. Кто там лежит? Джек лежит. Так, сейчас попробую вылечить. Тут прям с нами рядом давай, генератор, можно попробовать завести. Давай, давай. Я иду в вашу сторону. Если втроечкам, я думаю... Блин. Ладно, я аптеку использую, надо быстрее вылечить. Она уже сюда идет. Она идет сюда. Но далеко, я успею. Может, не заметить. Да, главное даже. Сейчас помолчать просто, она нас вряд ли обнаружит. Конечно, если у нее этих... Я привлекла внимание, если что. А, все понял. Так, надо завести, тут рядом прям ворота. Давай, я давай, все давай. Равно на один разочек. Заведен. Где вы? Фэн, а, там... Около ворот. А, вот. Кажется, она меня потеряла. Во, я вот она, вот она. Вот прям постарайся не запороть, прям постарайся, очень важно. Сосредоточься. Странная баба. Че? Ударила меня и убежала. Ну, она поняла, что... Ой. Она поняла, что у Хьюстона проблемы? Ну да. Она рядом, она идет она к нам. Она сюда. Ходим. Расходимся. Так, я, в принципе, рядом с генератором. Скажите, так, вы ее уводите, да? Да. Ну да, 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 да. Я попробую дозаводить. Половинка, осталась половинка. Я назад. Я здесь. Ба, зараза. Меня коцнула, тварь. Надо завести по-любому его. От этого все зависит. Я вообще к другим воротам ее увела. Отлично. Все, хорошо, да, заведем. Да, как можно быстрее. Она отстала от меня, она опять к вам пошла, походу. Так. Нет, она за мной. Успеем. Да, успеем. Кто-то ворота должен открывать, кто будет? Открывай. Ладно. Открывайся, я умираю. Я открываю, потом сейчас помогу вам. В смысле ты умираешь? Да, в прямом. Ты уже все, что ли? Да. Последний раз? Мать. Половина, у меня половина. Почти открыл. Я тут уже ворота буду открывать. Бегите к воротам все, так, все. Она за мной. Открыл. Я вторые ворота тоже открываю, если что. Потому что я не добегу, походу. Нормально, тогда убегай через вторые. Задержим. Открывай. Я ее тоже задержу, пускай бьет. Ага. Есть, я ее... Что вы там? Я не знаю. Подожди, а почему я сейчас забежал? Почему я убежал за карту? Блин. Я убежал за карту! Чё вот это жестко. Баганулось. Я бегаю за карту. У меня тоже такое было, это интересно очень. Блин, она сейчас будет меня ждать там, да? А я умру в конце или что? Она кемперить будет, да? Она, по-моему, нет, тебя может. Наверное, да, она я будет кемперить. Окраины. Нифига, я вижу тебя, боже мой. Я сливаюсь, ладно, ребят, я сливаюсь. Слушай, побегай за картой, я хочу посмотреть. Да, 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 да. Ты слился? Интересно. Да, мне интересно просто посмотреть. Сейчас. Как это так? Его, наверное, убьет. Ну-ка, подожди. Сучность меня убьет. Это же контент, да. Подожди, не надо. Его убьет. А как? Подожди, я тоже хочу посмотреть, подождите. Да, ну-ка, мне тоже интересно. Наблюдать. Все, я наблюдаю. Вау, нифига себе! Хоть посмотри. Слушай, а можешь побегать прям по периметру? Так он этим и занимается. Себе. Это контент, это топ-контент. Это ни у кого нет. Такого нет. Я же такой думаю. Чего за хрень? Я же вроде выбежал. Почему? Сейчас тебя сущность тут найдет. Или она то, или она все, или она. Сейчас она меня отпенетрирует. У меня один раз такое было. Прикинь, сейчас маньяк бегает пока. А прикинь, маньяк в панике бегает, ищет тебя. Да чего за хрень такая, да? Офигеть. У меня один раз такое было, когда я играл. Я туда пойду. А туда прыгается, нет? Нет, я упаду. Под конец. Не, под конец, да. Смотри, попробуй. Костер горит. Конец. Ух ты, нифига себе. Ворота. Там костер, смотри, слева костер. А там можно получится убежать. Беги, ворота. К костру подойди. Так, посидим, погреемся. Картошечку. Во имя сатаны. А, ну понятно, ты же играешь, смотри, за сатаниста. Вон оно что. Так, блин. Попробуй. Ну, попробуй спрыгнуть, да, интересно. Да, пошли. Ну-ка давай, разбежавшись. Все, о, ты где появился? В смысле? Да ты не умираем просто, блин, горец. Ну-ка, сущность убьет тебя тут или нет, интересно? Ну, убьет, да. Разворачивайся, беги обратно. Ну-ка, быстрей. Сущность, не надо. Ах ты сущность. За сатанистом пришли. Неизвестно, я сбежал. Я же сбежал. Блин, надо было как она тебя обняла-то прям крепко. Сущность меня на костре прям убила.
Это ты было смотри, бы вот это да, вот это я первый был. Раз такое вижу. Но это просто... Это топчик. Человек, он погрузился и сущность даже, решила, даже так, слиться короче, не жалко он было. Любой ценой. Он не да. Я специально сливался, думаю, нафиг, я лучше посмотрю, что там такое. Ну она бы там, да, она не позволила бы тебя снять, конечно. А у меня один раз было такое, даже в видеоролике, когда я играл за маньяка, тоже он не мог выживший один сбежать. Не, ну это жесть, это жесть.